давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Так, ребятки, всем привет. Сегодня Sony Xperia с новым дизайном засветился на рендерах, а точнее Sony Xperia XR. Так, ожидается, что на выставке IFA в Берлине в период со 2 по 7 сентября Sony представит новый флагман под названием Xperia XR. Недавно появились живые фотографии этого смартфона, также известного как Sony Xperia F833, а теперь в сеть попали рендеры устройства с более подробными техническими характеристиками. Согласно утечкам, будущий флагман японской компании получит дисплей с диагональю 5,2 дюйма. Производительность обеспечит неизвестный на данный момент процессор в паре с 3 гигабайтами оперативной памяти. Основная камера имеет матрицу на 23 мегапикселя, в то время как фронтальная на 12 мегапикселей. Также стали известны точные габариты устройства в миллиметрах. 146 по высоте, 71 по ширине и 8,1 по толщине. Из-за толстых рамок внизу и сверху устройство дисплей занимает всего 70% пространства лицевой панели. Впрочем, подобное соотношение уже встречалось в устройствах Sony. Сканер отпечатков пальцев располагается на боковой грани в кнопке включения смартфона. Ну, посмотрим. Так, главной особенностью Sony Xperia XR перед другими устройствами японского производителя станет совершенно новый дизайн. Боковые грани смартфона скруглены, в отличие от верхних и нижних. Они плоские. По всей видимости, столь необычные рамки дисплея сделаны в основном для стереодинамиков. Посмотрим, что там у нас будут за стереодинамики такие. Потому что я как бы таких больших отверстий не вижу, но на лицевой панели, конечно, есть два отверстия сверху и снизу, но как они себя поведут, и они как-то на вид не очень большие, скажем так. В общем, ладно, посмотрим.